А пока к другим новостям. В Хакасии прошли памятные мероприятия, посвященные герою Советского Союза Михаилу Чебодаеву. Освобождая Прибалтику от фашистов, он погиб под Литвой в 1945-м и был похоронен там же, в городке Скоудас. В дань уважения на родину героя в деревне Усть-Киндерла Бийского района впервые приехала литовская делегация. Подробности у Константина Кравцова. Здравствуйте, дорогие гости! Мы приветствуем вас на гостеприимной усть-киндерлинской земле. Их встречают фактически всем селом. Таких гостей в Усть-Киндерле не было никогда. Заместитель мэра литовского городка Скоудас во главе делегации объединил всех герой Михаил Чебодаев. Здесь он родился, а погиб в Прибалтике, освобождая от фашизма. У нас чувство радости, патриотизма, чувство братства, так как на гости, там, где был захоронен наш герой, они ухаживают все-таки. Не заброшена могилка. И поэтому мы рады, что они приехали к нам посмотреть, где же все-таки родился наш герой. Кажется, литовцы несколько опешили от хакасского гостеприимства и национального колорита. Их самих встречают здесь как героев, учитывая факт политических отношений двух стран. Вероятно, поэтому и от интервью они отказались. В конце концов, приехали не ради этого, а чтобы почтить память воина на его родине. Мемориал в городе Скоудас, где он захоронен, трепетно ухожен. Там уже не раз побывала делегация из Хакасии. Вы знаете, вот что-то такое невообразимое творится, как будто они живые все. Там 1500 солдат лежит наш. Где-то сносят там памятники советским воинам, там Польша, еще что-то. А здесь вот пример двух территорий, значит, взять Аскийский район, взять Усть-Киндерлу и взять город Скоудас, где, значит, относятся вот к памяти погибшим, значит, ну, с трепетом. И по-человечески делается это правильно. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.